2 января. Картина не меняется. Доброе утро. Вкусно? Сумасшедший. У меня, значит, план такой. Сейчас быстро завтракаю. Еду в Икею за недостающими 2 шинами. Не знаю, шины это я, наверное, по-немецки говорю. Ну, такие штуки на стену, которые крепятся. И... чувствую, лилии начали распускаться. Многие говорили мне, писали, что лилии не для всех. Ку-ку! Гоняет без деда, вообще ничего не делает. Только он ушел. Деда! Деда! Мы говорим, деда сейчас придет, садись. Посадили ее на диван, сидит. Услышала дверь. Деда! Вообще. Про лилии. Мне многие писали, что лилии не для всех, что запах очень специфический. Нужно срезать тычинки, и запаха не будет. Весь запах от этого. Если их срезать, все. Только надо аккуратно срезать, чтобы не рассыпалась эта пыль, скажем так, пыльца на еще где-то, потому что иначе запах останется. Салфеточку и мусорку. Мы приехали в Икею на Шпандау с мамой. И сейчас возьмем недостающие части. Ну, думаем, может быть, пробежаться еще поверху. А, мама? Ой, господи, этот кашель меня достал уже. Пойдемте, успеем? Оп-оп-оп. Так. Только в туалет сейчас зайду. А вот, смотри. Для ребеночка, смотри, отдельно этот. И вот тоже, да, такие полочки. А, слушай, я хотела вот как раз что-то такое себе над комодом. Я хотела одну вот такую полку. И под полкой вот такой, куда я могу вешать, например, ее вот такие, которые должны быть у меня на виду. Но не в коридоре, может, платьишко, жилетку. Ну, вот они, видишь. А сверху... Вешалку повесить можно. Да, а сверху полку и на нее вот что-то поставить. Сейчас мы это тоже возьмем. Смотри, как прикольно. Тут такой детский уголок, да? А тут родители сидят. Вот. Что? Да, это этот стол их стандарт. Ага. А, специально, чтобы пролазить. Дети что, долазят? Ну да. Получается, сразу не там будет. Ну, это типа на второй этаж. Видите, как у нее подходит коридор по цвету Габи? Бежевая. Синенькое такое. Да? Идеально. Диванчик какой. Вот эти штуки у него все открываются. Спального места нет, но открывается. Есть. А ну-ка, тут тоже? И тут тоже. Офигеть. Ну, конечно, место, чтобы все убрать. Классно. Вот так, если... Он сам небольшой, да? Небольшой. Ну, это, если не нужно спальня. Если не нужна спальня, ну, спальня одно только, да? Вот так один человек спокойно может лечь. Один, да. И еще отдельно вот такие подушки можно под голову класть, повыше будет. Интересный цвет такой симпатичный. Вот цена, короче. Размеры 2,60 на 160 на 71. Вот это мне нравится, может быть, место моего комода. И внизу можно мыть. Так, тут у нас что? А ну присядь, удобненько? Когда так курт садишься, это... Всегда удобно, да? Всегда кажется, что удобно, когда сидишь. Чё? Ну так, просто присесть. Смотри, мам, какой комодик. А, смотри, какой комодик симпатичный. Прям очень.
А? Это хорошее. Красиво. Ой. Блин, вот этот мне тоже нравится. Симпатичный такой цвет красивый. И кактусы сверху. Так, а, вот это кресло у них новое, я смотрела, оно мне тоже понравилось. Стильно. Да, прикольное, да? Я хотела получить до самого верха. До самой Германии? Такое. Нет. Оно маленькое? Оно маленькое, да. Так сидишь с книжечкой. Вот вязала, 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 а ты все не рождалась. Нет. И не рождалась. Я целую кофту связала. И где она? Я в ней ходила потом. А ты себе, лет 10. А ты кому? Себе вязал, поэтому я не рождалась, вязала бы мне. Вот такую длинную. Вот такую еще. Да? Длинную кофту теплую. Смотрите, ребят, лампа. Можно это. Как удочка. Я себя чуть. Нет, знаешь, как этот микрофон держит? А вот столик у них новый. Слушай, у них много нового поделать. 169, смотри, какой класс. Классненький. Смотри, новые столики. Это посуда у них новая появилась. Очень красивая, кстати. Керамическая, наверное. Смотри, как симпатично, да? Наборы такие. Очень мне нравится. Цвет хороший. Корзиночка. Хорошенький. Ну, кресел тут как-то маловато симпатично. Вот это вот, которое мы смотрели. Но оно маленькое. Вот это мне нравится, симпатичное. Вот это удобное, на котором девушка сидит. Очень удобное. Прям проваливаешься в него идеально. Но оно мне по стилю не подходит. Кресел тут как-то маловато. Прикольно, не знаю. Не надо. Бабуля, отставить. Опять игрушку какую-то. Так, что у нас тут? Мне почему-то кажется, что в Икее Темперхоф постильней как-то они все обустроили. А тут как-то так. Вот давай тут посмотрим. Ну, зато еще есть какие-то новые модели. Вот этот столик. Ага. И вот библиотека эта. Столик нам вот этот понравился. Вот это цвета мне нравятся. Стол такой, ножка прикольная. Симпатично. Не, не думаю. Ну, такой вот это дизайн. Красивые темно-синие стены. И вот этот симпатичный. С подсветочкой внутри. Сломался. Японский уголок, сакура, фонарики. Да, вот я только на столе увидела. Это, наверное, для этих, не знаю, для чего, для каких-то. Да, для снэкс. А это для яйца, смотри. Ну, слушай, интересная штука. Смотри, какие красивые. Тюм. О, какая темная. В ней спать и не просыпаться, мам. Ну нет, не стильно. Тут вообще все сделано. Отдельные прикольные вещи есть, но вот как комнаты в Темперхофе гораздо стильней они обустроили. О, это гардеробная. Большая. Да? Просторная. Монстры над кроватью. Прикольные. И вот это. С машинками. И вот смотри, полочку. Да, скоро вы там будете спать. Она... Ага. Полочку. И ребенок читает то, что он там читает.
Ночничок, иди, сердечко. Вот это очень понравилась расцветка. Смотрите, какой интересный шар. Такой серый. Вот эти какие-то синим оттенком. Прям очень красивая комбинация. Вот только в таких шарах елку, а? Или в таких цветах. Мне кажется, очень красиво. Ну, блин, я сейчас столько игрушек накупила. 20 шаров. 10, 20, 30, 40. 50, ну, думаю, на 50 евро и столько. А, не знаю. Прошла. Иногда просто хочется посидеть, расслабиться, не забивать голову. В такие моменты я играю в игры на телефоне. Сейчас я играю вот в эту игру, Tree Tiles называется. И мне нравятся игры, где по нарастающей, с каждым уровнем становится все сложнее и сложнее. Ты полностью отключаешься от постороннего мира, погружаешься в игру. И вроде бы и мозг занят, и в то же время отдыхаешь. Так вот, игра Tree Tiles как раз идеально для этого подходит. У нее очень приятный и яркий дизайн и огромное количество разнообразных тем, там от Лондона до Дикого Запада, космос, и еще до Нового года можно поиграть в новогодней тематике. Скачать игру можно по этому QR-коду, либо через ссылку в описании. Предлагаю сыграть в эту игру и узнать, сколько лет твоему мозгу. Возраст пиши в комментариях. Пришла посылочка. К этой перестановочке. Это все пойдет в тот угол. А ну, помоги, картон. Так, коробочки, еще коробочка. Та-дам! Его вообще не видно. Вот такой вот столик из акрилового стекла. То есть это не стекло, это акрил, да? И прикольно, мне что понравилось, что теоретически можно вставлять любой журнал какой-нибудь модный или что угодно вот сюда, и тем самым менять сам столик, как он будет выглядеть, да. Я хочу это поставить возле кресла. Здесь у меня будет, там, да, например, телефон, книжка, а здесь тоже можно класть в эти части книжки. И в зависимости, какой у вас тут какой-нибудь журнал, да, там, фэшн или интерьер поставил, и уже немножечко другой столик. В общем, вот такой вот. Он мне очень понравился. Welcome home! А сейчас я что, вкручу эту... А потом я все равно выкручивать надо будет. Так, то все, они тоже дрель есть. Смотрят, как сейчас уровень проверяют. Сонь, Сонечка, ты с дрелью? Покажи дрель. Дрель покажи. Доча, где у тебя? Что в руке? О, ты будешь сверлить вместо деда, да? Хорошо. Угу. Сотрудничек. Наверху еще. Ну что, да, больше, ребят. 16. Вот это мы просверлили 56 дырок в пуле. Тьфу ты, что сказала вообще? 56 дырок. 56 дырок в стене, ребят. Соня вам со своей дрелью помогает. Мне так... Мы вот эти все сейчас, ну, папа сверлил, я тут пылесосила параллельно. Сначала маленьким сверлом, потом большим. Капец. Теперь вот эти вешать. Я думала, мы за полчаса справимся. У нас уже полдня ушло. Смотрите, страхуйте ее. Это Соня. Соня. Полдевятого вечера. Я в Икее. Нам не хватило 8, нет, 7 дюбелей. 7 дюбелей мы уже из каких-то там нашли из другого набора, да? 7 дюбелей не хватило. Хорошо, Икея до 9 вечера. Все остальные магазины, ну, такие закрыты. Так что... Пойду сейчас возьму дюбеля. Купила еще один ряд, потому что что-то
слишком далеко они друг от друга получаются. И сейчас я подумала, что я-то и хотела 5 рядов, а взяла 4. Так что одного не хватает. И вот там вот коробка еще с дюбелями, с всякой всячиной. Если бы я сейчас не успела в магазин, мы бы вообще не смогли бы сегодня доделать, потому что папа вбивал дюбеля не так вот по рядам, а что-то туда, что-то сюда, и на каждом ряду не хватало по одному-два дюбеля. Поэтому мы бы не смогли даже, ну, те можно вытащить, но они уже как-то там туда так утопили стену. Поэтому мы бы не смогли даже и половину сделать. Представляете, пришлось бы отложить, поэтому... Хорошо, что я успела. Через 20 минут Икея закрывается. Сонь, спать пора. Завтра в садик. Так, ребят, ну что, мы готовы с полочками? Но с этими мы готовы давно. Та-дам! Вот так вот это выглядит. Все очень пустое, естественно. Но это все будет обставляться. Мама говорит, ой, сколько же тебе надо это обставлять? Я говорю, со следующей зарплаты все будет обставлено. Так что, да. Книг оказалось вообще нет. Вот весь мой набор. И то большая часть из них только купилась. Но... Сонины, да, но Сонины не считаются. Короче, вот и Гарри Поттер, вот какие-то, даже не знаю, откуда они у меня. Тут еще тоже Сонины. Вот это у меня еще с Хали, какие-то по рисованию. Это вообще с Ташкента. Ну и как бы все. Это мы так пока поставили. Кстати, вот эту штуку я сегодня купила в Икее. Мне понравилось. В нее можно как на кухне складывать какие-то орешки, так и... Я решила для ниток использовать. Надо купить ниточки, то все. А будет она у меня тут стоять. Мне она понравилась, как она выглядит. Ну, посмотрим. Я буду все еще 300 раз менять. Так как я люблю без конца что-то менять, это просто идеальный вариант. А потом, когда все заставится, вот этих вот не будет видно. Я не знаю, как они по-русски, как они называются? Шины? Я их называю. И вот та, меня тоже штука бесит. У девочек, которых я видела такие полки, не было этой штуки. Но в магазине мне сказали, что они просто сами решили не делать. Но она, тем более, если дом старый, необходима. Вот. Конечно, эти штуки так себе выглядят. Но когда все будет заставлено, этого вообще не будет видно. И будет... Все отлично. И в чем прикол еще? То, что я могу сама переставлять эти полки, так как они крепятся на вот такие штуки. Я могу хоть здесь еще одну сделать. Я могу теоретически здесь еще раз две поставить, еще две полки, да? Вот, могу пошире сделать и, например, ставить туда какие-то картины, либо еще что-то. Ну, в общем, вот как-то так. Да, но я уже хочу заполнить. По большей степени, чтобы были, конечно, книги, которые я, конечно же, прочитаю, конечно же. Но и вот какие-то там цветочки, что-нибудь еще интересненькое. В общем, как-то так. Какую-нибудь подсветочку хочу сделать. Вот так вот в темноте это выглядит. Ну, в общем, да. Время уже, я не знаю сколько, я думала, мы за полчаса сделаем, но, боже, как это было долго, все эти 56 дырок просверлить по два раза, ужас, и вот мои тарелочки, ну, в общем, как-то так, и теперь, и вот тут это все уйдет. Ну, в общем, я вам потом будете наблюдать за процессом, пока это такой голый вариант,
конечная картинка в голове у меня выглядит гораздо круче. И вот здесь еще будет кресло, вон тот столик, которого не видно. Столик-невидимка, можно его назвать. Вот теперь думаю, может быть, в следующем году поменять спальню залом. Я прикалываюсь, конечно, кстати. Иногда поступают такие комментарии. Юля, не хочешь ли ты поменять спальню залом? Я уже как-то отвечала на этот вопрос. Вообще не вижу в этом смысла. Типа, Соне сделать отдельную комнату. Зачем ей отдельная комната в 2, в 3, в 4 года, если она по пятам за мной ходит и будет играть там, где я? То есть она все из комнаты будет нести в зал, где буду сидеть я. Смысл тогда в этой комнате, да? И смысл менять маленькую комнату на большую. Мы здесь проводим весь день, там гостей принимаем, здесь куча всего можно поставить, а в спальне только спим и переодеваемся. То есть там должна стоять только кровать и шкаф, все. Зачем на кровати шкаф, и где мы проводим только ночь, отдавать огромную комнату? Это вообще никого нет смысла. Поэтому все как есть. Жалко только, что балкон там, а так... Нет, это большая комната для нас, для игр. Мне, для меня вот эти полки и диван, для Сони все остальное. Все мое над землей. Полки мои и телевизор. А все, что... И тарелки, да. А все, что на земле, это Сонина. Вот так вот. Ну что, ребятки, на этом я, наверное, закончу. Такой... В красивом фоне с моей блестящей елочкой. Сейчас маме зачитывал список книг. Я говорю, теперь мне дарите книги. Тарелки есть, давайте книги. А, папа говорит, ну надо это, список какие у тебя уже есть. Я говорю, только Гарри Поттер. Так что любая, открывайте список топ-100 книг, которые должен прочесть каждый. И любую заказывайте, не промахнетесь. Мама говорит, так ты мне список давай, муж, говорит, я тебе уже половину привезу. А мама-то моя читает всю жизнь. У нас библиотека тоже была большая. Я в детстве читала много. Привезти не разрешили. Единственная книга, которую я привезли с Ташкента, тут этот вот, да? Почему мы его привезли, Дюрера? Нет, это не единственная. А чем мы его привезли? Ну, подарочек, мне когда-то ее подарили. А, вот она у меня стоит. Мне всегда нравилось просто, как выглядит. А потом бабуля нам прислала Пушкина, Лермонтова. Что-то еще несколько книг она выглядит. Мы привезли словари. Почему не фокусируется альбомов? На мне? Я не понимаю. Новый телефон. Ужасное качество какое-то странное. Не знаю. Ну да, и в общем мама читает много. И бабуля много, да, читала? Бабуля с мамой всегда видела по вечерам с этой, с книжкой в руках. Да, вот там еще тоже в Ташкенте бабуля с работы приходила, садилась в кресло с книжкой. Мама делала то же самое. Яблоня от яблони. Не знаю. Ну, мама не после работы садилась, а когда вас всех уже... Когда ужин сделан, когда уроки... На выходных я видела, ты читала. Да. Я в детстве тоже, я любила, то есть я помню, я сначала журналы какие-то детские, Мурзилка, то есть все. Потом я стояла всегда в этой библиотеке домашней, что-то там рылась. Меня бесит, я не понимаю, что за качество, ну что это такое? Ну, видите, у меня лицо размытое. Вот так, да? Теперь четко, но тогда фон размытый. А почему нельзя, чтобы все было четко? Непонятно. Да нет, тут что-то не то. Это явно что-то не то. Короче, я читала, помню, любила. У меня были детские детективы какие-то. Еще что-то. Я прям погружалась, мне это так нравилось. А потом все. Потом переходный возраст, мальчики, дискотеки. Мне уже было не до книг. Вот. Но возраст берет свое. Дискотеки, мальчики теперь в прошлом. И можно вернуться к книгам. Так что да. Ладно, ребят, на этом я буду с вами прощаться. Я сейчас сложу Соне на завтра вещи, потому что завтра она идет в садик. Она уже давно не была. Во-первых, праздники, до этого еще болела. Так что все. Надеюсь, она не забыла там своих друзей. На этом буду с вами прощаться. Мама, маши ручкой. Бай-бай. И увидимся с вами завтра. Всем пока.